Предлагается щеночек черного йорка, мальчишечка по имени Ричард. Мини-мальчик чисто черного окраса, без перецвета, без единого пятнышка. Мини-малыш, маленький-маленький, нежный, ласковый ребенок. Такой спокойный-спокойный мальчишечка. С таким красивым уже длинным волосом, чисто черного окраса, без перецвета. Мальчик будет чисто черный всю жизнь, ни единого белого пятнышка. Такой замечательный малыш. Поиски мамочек-папочек. Мальчик имеет документы, клеймо, полностью привит. Приучись по процедурам, к расчесыванию, к сушке, феном. Просто чудный ребенок. Мальчик предлагается в семью без маленьких детей. Малыш очень маленький, очень нежный, спокойный, ласковый. Вот такое прекрасное чудо может приехать к вам. Доставочка по всему миру. Чудесный ребенок. Черный окрас – это очень редкий, очень интересный и красивый вот такой мальчик. Посмотрите в его глаза. Очень много разных других видео, где я показываю его характер. Он настолько нежный, настолько приятный, настолько позитивчик. Вот просто ждет человека, ждет, чтобы отдать ему свое внимание, свою любовь, свою ласку. Очень чудный мальчик. Просто вот надо с ним пожить и понять его. Такой прям чудесный-чудесный ребенок. Мальчик Ричард. Ждет свою мамочку и папочку. Маленький-маленький мальчик. Вот такой вот он. Ну, вот просто вот. Вот. Малыш. Очень маленький. Нежный, ласковый, спокойный, дружелюбный, активный. Ну, вот просто вот тут сама нежность. Такой приятный-приятный мальчишечка. Кого малыш заинтересовал, пожалуйста, пишите Viber, WhatsApp, Telegram, телефончик под видео. Все вопросики в личные сообщения по стоимости, по доставочке, по любым другим вопросам, которые вас заинтересовали, пожалуйста, пишите, звоните, телефончик под видео. Чудесный малыш Ричард ждет свою семью. Классный мальчик, редкий, красивый, замечательный ребенок. Характер просто чудо. Чудный малыш Ричард.